Евросоюз 10 ноября вводит новые правила пересечения границы для иностранцев. Новая система будет фиксировать биометрические данные при первом въезде, такие как отпечатки пальцев и фото. Данные будут храниться 3 года, а штампы в паспорте заменят на автоматическую регистрацию через терминалы. При отказе от процедуры туристов не пустят в страны. Новая система заработает практически во всех странах Шенгенской зоны, кроме 6. Это Кипр, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Редактор